На улицах города и округа начали работать передвижные палатки, в которых можно измерить давление, узнать свой рост, вес, пройти обследование для выявления новообразований кожи и даже измерить уровень сахара в крови. Медработники проводят и просветительские лекции. Они рассказывают горожанам о том, как следить за своим здоровьем. Приглашаем на диспансеризацию, объясняем людям, потом проверяем антропометрию, то есть вес, рост, индекс массы тела, говорим, у кого ожирение, лишний вес, даем инструкции для снижения веса. Затем проводится измерение внутриглазного давления следующим столиком. Так, и берется кровь на глюкозу. Также у нас есть и врач-дерматолог здесь присутствует, Демина Ирина Ивановна, которая осматривает кожные покровы. Дает тоже рекомендации свои. И заключение дает медсестра тоже и рекомендации по профилактике неинфекционных заболеваний. Городок здоровья – это быстрое и удобное медицинское обследование для тех, кому нелегко найти время для посещения поликлиники. Устюжане уже оценили преимущество такого формата – без записи и долгого ожидания. Я очень доволен, рад, что... Пройду вот здесь какого-то рода обследование, то есть смерю давление, и глазное, и кровяное, рост, вес. Я думаю, остальные все останутся очень довольны. Спасибо работникам Великоустюгской ЦРБ за эти медицинские, проведение медицинских мероприятий. Я считаю, что это очень важно, во-первых. Ну, и чтобы желающие... В какой-то мере покажете, будут знать и с удовольствием будут посещать эти мероприятия. Может, я бы не ходила на приемы и все, а тут все и обследуют, и все проверят. Очень рада. Рада, что такое нет, но что нет холестерин померять. Вот это. А все остальное мне довольно. Городки здоровья – часть программы «Шаг к здоровью», запущенной по инициативе врио-губернатора Георгия Филимонова. Они дают возможность пройти первичный осмотр, сдать анализы, услышать рекомендации врачей-специалистов и при обнаружении симптомов заболеваний получить направление на углубленное обследование. Ксения Смирнова, Антон Карев, телеканал «Русский Север».